формулу изобилия. Прошла эту игру и решила пройти тренинг, денежный интенсив. В деньгах тоже был напряг. Прошла тренинг, решила записаться в клуб достигаторов. И вот только здесь я начала понимать, что я не случайно попала именно сюда. Во-первых, когда мне в клубе достигаторов провели первую коуч-сессию, я почувствовала, что градус от боли утраты стал гораздо меньше. Во-вторых, моя жизнь – это какие-то американские горки. Чуть начну подниматься, и ух, опять пропасть. Жизнь бьет ключом, и все по голове. Видимо, это про меня. Ну, я решила, хватит. Еще не вечер. Дальше я выбираю только счастливую и радостную жизнь. Еще в тренинге денежный интенсив я записала в своих желаниях пройти школу ВК, хотя и не была слишком в этом уверена, так как пенсионерка, и денег на этот тренинг у меня не было. Все лето жила на даче. В смысле, уехала на дачу, все лето жила на даче потом. Оживала потихоньку. А в октябре приехала домой. Что же вы думаете? Я проплатила в рассрочку тренинг школы УВК «Платинум». И вот сейчас уже зафиналила первый модуль. Я иногда сама себе не верю, но теперь я уже совсем не хочу сладкого. Раньше это было как-то как наваждение. Сейчас я не ем конфеты, не ем печенье, не ем торты. Ну, просто вообще не возникает никакой тяги. Пришло осознание того, что не нужно ожидать откуда-то любовь, а надо самой себе, любимой, дарить эту любовь. И тогда жизнь начинает заполняться любовью, радостью. Я научилась любить себя. Поняла, что это не проявление эгоизма. Если ты себя не любишь, тебе не достает любви, и ты начинаешь вампирить. А люди это чувствуют и стараются держаться подальше от тебя. А когда в тебе много любви, то каждому хочется прикоснуться к такому человеку. Потому что ты излучаешь в мир любовь. Что надо обязательно по жизни делать, то я поняла, что какие-то хотя бы небольшие, но постоянные, желательно ежедневные, шаги для осуществления своей мечты. В этом тренинге я перестала себя винить и критиковать. Я стала более спокойной. Трансы – вообще это прекрасная палочка-выручалочка. Я научилась с ними быстро отдыхать. Я всегда очень долго засыпала. Сейчас включаю транс и вскоре засыпаю. Теперь я больше доверяю своей интуиции, она меня не подводит. Стали чаще сбываться мои желания. И вообще, вот я поняла, что надо очень осторожно быть с желаниями. Они могут сбыться совершенно не в той ситуации, которую бы ты хотела. За время обучения в первом модуле я прошла 8 коуч-сессий от коучей-консультантов. Сама провела 11 коуч-сессий с сокурсником, и мне ответно провели 9 коуч-сессий. У себя убрала более 17 внутренних конфликтов, которые из них очень тяжело уходили. Радует то, что есть возможность устранять конфликты при помощи практиков. Со мной работали Андрей Усынин, Анна Москаленко, Александр Федичев, Дмитрий Иванов, Нина Устинова. Огромная им благодарность за эти результаты, которые я получила. Конечно, общение в чате тоже очень помогает. Волшебники, я их так называю, всегда откликаются, всегда помогают и советуют, что делать в сложных ситуациях. Наш капитан Танюша Грабарева – это еще одно чудо. От нее исходит столько, можно сказать, материнской любви к нам, уже давно не деткам. Это прям какой-то оберегающий купол любви, который ощущаешь физически. Лана Рощинская, Танечка Рудюк всегда откликнутся и помогут в любых вопросах.
Да, окружение играет очень большую роль в развитии и обучении. Еще я поняла, что каждый человек – это великая, громадная ценность и драгоценность. Только ему нужно помочь раскрыть свой потенциал, чтобы он засветился всеми своими гранями. Почему выбрала именно Павла Борисовича? Потому что от него узнала про внутренние конфликты и возможности их устранить. И что это ведет к заметному улучшению качества жизни. Могу смело рекомендовать тренинги Павла Борисовича, так как сама получила результаты в процессе их прохождения. Какой эффект ощутила от персонального коучинга у Павла Кольцева, я не проходила. У коучей-ассистентов, то это очень крутые результаты. И эффект замечательный. Тебя бережно ведут внутрь твоих зажимов, затыков, вытаскивают, исправляют. На выходе ты получаешь море энергии и готова свернуть горы. Или же наоборот, спокойно чувствуешь себя. Спокойствие это распространяется по всему твоему телу и на всех вокруг. Это великолепное состояние, что все время хочется их повторить. Какой эффект ощутила? Когда со мной работали в паре другие участники коуч-группы. Но тут по-разному. Были всякие. Были легкие, продуктивные коуч-сессии. Но вот одна была такая, которая отбросила меня назад к моим негативным эмоциям. Так что пришлось потренироваться дня два, чтобы войти снова в то состояние, которое я приобрела. Но бывает, потому что тут мы все учимся. И не все получается с первого раза. Все можно исправить уже в следующей коуч-сессии. Что бы вы посоветовали потенциальным покупателям? Но которые еще сомневаются, купить эту программу или нет. Конечно, если вы никак не можете выбраться из рутины жизни, из постоянного невезения, хотите добиться в жизни гораздо большего успеха, то вам, конечно, сюда, в школу УВК. Здесь обязательно вы добьетесь того, чего захотите. Но у меня нет денежного эквивалента приобретенных знаний, осознаний и чувств. Это бесценно, и ни за какие деньги не купишь. Участие в этом тренинге окупилось во много раз. Если считать, что мне дачу за 600 тысяч рублей неродные дети мужа подарили, и неожиданно 15 тысяч рублей мне на Новый год подарила подруга моих дочек. И это примерно, я посчитала, окупается в 7 раз. Вот как-то так.